Украинское население славянское постепенно из тех, кто из сепаратистов, из боевиков, уходит из города. В городе, по нашим предварительным данным, останется где-то 500-600 наемников. То есть это представители Чечни, кадыровцы, и это донские казаки. Мы уже, ребята, обстрелянные. Мы наступали на Красный Лиман. По дороге было две засады, было одно ранение, то есть парни уже обстрелянные. Так что, честно, сам я лично еще ни одного боевика в глаза не видел. Были засады, были обстрелы, но они пытались это все делать на расстоянии. Обстреляли, обстреляли и ушли, обстреляли, обстреляли и ушли. Ну, у нас просто немножко огневая мощь побольше, чем у них, слава богу. И они только на дальних дистанциях работают. Вблизи я еще ни одного не видел. Ну, говорят, здесь есть и из Кавказа люди,